Маша. Дочке, жене, любовнице, всем по чуть-чуть. Видите, еще они бутончиками, их надо же хватит, они потом распустятся у вас. Они очень легко, кстати, а обычные они уже распустились, и они на пару дней, и все, они уходят. А их тут так лучше. Из года в год на 8 марта, так же, как и яйца на Пасху, цветы взлетают. Уже поставщики, это не мы. Это уже поставка идет, дорогая. Из Голландии идут сюда, и уже со складом мы закупаем. Угу. А кто повышает изначально цену? Изначально Голландия. На сколько процентов? Ой, это уж мы не знаем, мы просто продавцы. Если розы были 60 рублей, стали по 100 рублей, 60 рублей. Вот процент сколько там, 40? Вот именно на этом и зарабатывают, потому что спрос в любом случае не упадет. Этот объем проходит, месячный. Мы сейчас продаем месячный объем. Месячный объем за неделю, значит, у вас. Да.